Тут это, командир корпуса собирал жен. Ага. Сказал, что мы тут до 24 года, полгода тут, на 2 недели в Россию, потом через 2 недели опять сюда на полгода. А, это сейчас только узнали, да? Вот сейчас сказали. Да, я сказал же, тут наша бригада, она вообще хоть и на Сахалине, но она самая отсталая бригада. Самая отсталая? Все по 4 месяца, а потом по 3 месяца, а мы тут на полгода. Так, это значит надо, это что-то надо делать. Я вот поэтому говорю, командир что будет говорить, я уже ему не верю, если он меня с продлением не помог и обманул, что ему дальше верить. Так, а могу знать номер твоей части на Сахалине и командиры там, чтобы я сама туда с ними связалась? Просто есть командование, там никого нету, они все тут. Там только командир отделом кадром. Поэтому надо мне справку и, может, отпустят. Справку тогда. А справку как это делать? С этого, с больницы, форма какая справки должна быть? Не знаю, это надо у этого спросить, у командира роты, он пускай узнает. Я отправила ему сообщение, сейчас еще раз позвоню. Нет, почему всех на 3 месяца, а вы на полгода, интересно? Не знаю, так сказали. Нас на максимум. Вы самая боевая часть? Я не знаю, это самая тупая часть.